Здравствуйте! Приветствуем из снежной Одессы! У нас сегодня немножко потеплело, плюсовая температура плюс 2, а было минус 3. Поэтому у нас потепление, конечно. Но сегодня у нас какие планы? Нам пришла посылка от нашей ютубовской подруги Олечки Чумаченко. Канал Ольга Чумаченко и вязаные крючком игрушки. И мы сейчас едем на почту, будем получать и потом покажем, что она нам прислала. Она прислала нам и нам, и для Радмилочки, многие ее знают. Поэтому сейчас едем получать, ну и потом вам покажем. Вот наша почта, почтовое отделение. И мы сейчас заходим за получение. Скажите, пожалуйста, можно получить посылочку? Паспорт надо, да? Вот. Так, расписались. А, спасибо большое. Ох, какая большая. Да, все, поехали, будем распаковывать. Да. Спасибо вам. Пожалуйста. Всего доброго. Фотографируете нас? Да, так это же. У нас киноактриса. Мы должны доложить, что мы получили. А-а-а. Мы отправим да. Видеописьмо. Что, поехали распаковывать. Так, Радмилке мы позвонили. Она сказала, сегодня занята. Мы ей в следующий раз привезем, да? Да. Вот какая у нас тут зима, или это остатки той зимы, которая... У которая... нас село уже да. Вот в Евросоюзе. Флаг висит. Да, флаг Евросоюза, да-да-да. Вот. Елочки наши. И мы едем домой распаковывать. Да, остатки снега. Но все-таки красиво. Да. Итак, принесли мы посылочки домой. Вот такие посылочки. Укрпочта. Но это посылочка для Радмилочки, а это наша. Радмилочке мы отправим потом, в другой день. А сейчас мы распакуем нашу посылочку. Сейчас посмотрим, что тут нам Олечка прислала. Так, аккуратненько будем разрезать. И сейчас проверим, что здесь. Ух ты, какая-то красота. Опа. Кто-то так запаковали плотненько. Ай-яй-яй. Ничего себе. Так, теперь мы вытаскиваем красивый пакетик. Вот такой вот красивый подарочный праздничный пакетик. Итак. Ух ты. Ух ты. Посмотрите, какая красота! Это бычок, символ грядущего года. Так что Новый год мы будем встречать с вот таким вот бычком. И мы, конечно, постараемся взять быка за рога. Посмотрите, какая красота! Это Олечка Чумаченко. Делает своими руками вот такую вот красоту. Посмотрите, какая работа. Посмотрите, какая прелесть. Один хвостик чего стоит. Это просто чудо. Это просто чудо. Посмотрите, какая красота. Так что вот такой... Ой, там еще что-то есть. А еще нам с Сашей по шоколадке. Да, Саша?
Да, хорошие. Так, ты доволен? Конечно. Тебе понравилось? Да, ну мне больше понравились вот. Вот это моя будет шикарная. А, это твоя будет? Миллениум. А вторая? Вторая Рошен. Рошен, ага, ну, это пористый. Это вообще плохая. Классный. Да, так что вот такая красота, вот такая красота нам пришла. И мы, конечно, что можем сказать? Мы очень благодарны Олечке Чумаченко. Спасибо, дорогая, за то, что ты нам такой подарочек передала. Просто я очень рада. Такая красота. Ребята, а кто хочет заказать? Вот есть телефоны, визиточка. Можете заказать символ года. Вот такое вот. Такого бычка. Ну и вообще у нее очень много других еще игрушек. Поэтому желающие можете зайти на канал к ней посмотреть. Ну и заказать подарки себе, своим деткам. Ну и что, всех с наступающим. И на сегодня у нас все. Пока-пока.